когда первый курс был, вообще ничего не понятно. Но, по крайней мере, научились крутить ножницы. Пришли в салон, уже там что-то вот это вот начали показывать. О, да ты уже, я говорю, ну так, второй курс. Ну, был такой, да все понятно, что там непонятно. Ну, мастер сказал, ну тяни туда, все туда, да конечно туда. Все так и весело. Второй был замечательный курс. Третий пришел, и тут я вообще просто ничего не умею. Я, у меня и руки не слушают, и укладывать тело не умею, и макушка у меня не встает. Правда, вот я говорю, вот если первые два курса, мне так было все позитивно, все это. А сейчас мне хочется плакать, правда, реально хочется плакать из-за того, что ну, вроде бы как и не глупые, вроде бы как и клиенты есть. Но не получалось, реально не получалось. Нет, ну я тебе очень придирчива. И что хочу вам сказать. Идите, конечно, учитесь. Я прекрасно хочу сказать, что я тоже приду дальше учиться, потому что много – это не непаханное поле. И дорогу, конечно, осилит идущий. Если вы сейчас остановитесь, скажете, ой, да нет, а зачем то деньги вкладывали в первый, второй курс? Вот я не вижу смысла. Я сейчас вложила в третий курс, я вкладываю в себя, в свое образование. Я себя продать могу, понимаете? И я считаю, мы для этого и учимся, чтобы себя продать. Поэтому спасибо вам большое за ваше терпение.